Бывший продюсер «Ласкового мая» уверяет, что ему принадлежат права на все произведения и лейбл группы. Также он уверен, что директор Шатунова Аркадий Кудряшов причастен к его кончине. По словам Андрея Разина, в смерти звезды 80-х в первую очередь виновный менеджер и директор Аркадий Кудряшов, так как они знали о состоянии Юрия, его проблемах с сердцем, но заставляли ради денег работать его на износ. Продюсер обратился к главе государства с просьбой о расследовании смерти Шатунова. То, что это убийство, 100%. Потому что они артиста практически загнали. Юра в состоянии инфаркта работал на сцене. Вызывали скорую, а он падал в обморок. Я Кудряшову говорил еще за полгода, вы его убьете. Потому что уже не тот возраст, плюс курение. Перенесенный ковид, сердечная недостаточность. Она у него врожденная от мамы. Доведете его до смерти. Но никто не слушал, потому что нужны были деньги. Я обратился к президенту РФ, чтобы расследовали убийство Юры Шатунова. Мне пришел хороший ответ, что дело направлено в Генеральную прокуратуру, а также министру внутренних дел. И расследование идет, рассказал Андрей Разин. Андрей Александрович также заявил, что беспокоится о супруге покойного артиста. По его мнению, женщина попала под дурное влияние, но он надеется, что жена Шатунова в скором времени одумается. «Ни Свету, ни своего крестника Дениса, ни его сестру Эстеллу я не брошу. Они поймут, что их родного человека убила эта банда. Спровоцировала против меня Юру и заставила его изнурительно работать. Он потерял здоровье, на этом и умер. Они, когда прозреют, мы будем разбираться со всеми убийцами, которые это сделали», – высказался Андрей Разин.